смотрят на бокового арбитра, но тут вообще не было никакого положения вне игры и даже близко. Кержаков не стал подправлять этот мяч, набегая по центру. Голевая передача Зырянова и гол Семшова. Бежит через все поле. Мне кажется, кому-то пообещал из запасных, а возможно из персонала, что он забьет, соответственно, просто-напросто выиграв пари, обнимает. Кого-то обнимает, мы не видим. Мы не видим, кого обнимает Игорь Семшов. Но мы можем сказать о том, что это первый мяч за сборную. Согласитесь, отменно была сделана передача голевая. А здесь просто-напросто он бил дальний угол. В надежде, если, скажем, не залетит мяч сам по себе в угол, то, по крайней мере,